Золотые рыбки – одни из самых непонятных домашних животных. Их раздают на ярмарках и карнавалах и представляют как легкое в уходе животное. Хотя это не самые сложные в уходе питомцы, у них, как и у любого другого животного, есть особые потребности. Самая старая золотая рыбка дожила до 43 лет, хотя продолжительность жизни большинства обычных золотых рыбок составляет всего 15 лет. Это показывает, насколько тревожно, что у многих людей рыбки умирают за считанные месяцы. Похоже, что большинство людей искренне не понимают, что нужно рыбкам для процветания. Хотя есть вещи, которые мы не можем контролировать, все же существует множество обстоятельств, при которых жизнь золотой рыбки может быть продлена просто за счет правильного содержания. Итак, список заблуждений. Золотые рыбки могут жить в мисках. По телевизору часто показывают, как золотые рыбки живут в мисках. Поэтому неудивительно, что многие люди, не задумываясь, сажают их в крошечную миску. На самом деле, эмпирическое правило о том, какого размера должен быть аквариум золотой рыбки. 80 литров для первой золотой рыбки, а затем по 40 галлонов на каждую последующую рыбку. Это может показаться большим аквариумом для одной или двух маленьких золотых рыбок, но они могут вырасти довольно большими и создавать много отходов. Достаточно большой аквариум позволяет избежать перегрузки аквариума аммиаком. Золотая рыбка будет гораздо счастливее, если у нее будет пространство для плавания. У них нет особых требований к воде. Этот пункт как бы связан с пунктом номер один, но у золотых рыбок есть определенные требования к воде, как и у любой другой рыбы. Им не нужен нагреватель, а температура воды должна составлять от 16 до 23 градусов по Цельсию. Кроме того, они хорошо себя чувствуют, когда водородный показатель воды находится в пределах от 7 до 7,5. Как и в случае с любым другим аквариумным животным, рекомендуется проверить воду с помощью набора для тестирования, чтобы убедиться, что качество воды безопасно. Золотые рыбки имеют короткую продолжительность жизни. Хотя это встречается нечасто, есть несколько случаев, когда золотые рыбки живут до 40 лет. В разных источниках продолжительность жизни золотых рыбок составляет от 15 до 20 лет. Вы ничего не можете сделать с условиями, в которых жила золотая рыбка до того, как попала к вам на попечение, но вы можете продлить ее жизнь, обеспечив надлежащее качество воды и кормя ее высококачественным кормом. Им не нужны фильтры. Это еще одна причина не держать золотую рыбку в аквариуме. На самом деле им действительно нужны фильтры. Для своего размера они производят много отходов, и если оставить все эти отходы на грунте, то это может нарушить цикл аквариума, что может быть опасно для рыбок. Рекомендуется установить фильтр в аквариуме с золотыми рыбками и еженедельно производить 10% подмену воды. Золотые рыбки – домашние животные, не требующие особого ухода. Как видите, золотые рыбки требуют немного больше работы, чем нам кажется. Они должны жить в большом чистом аквариуме, часто менять воду и получать соответствующее качество корма. А у вас когда-нибудь была золотая рыбка?